Віктор Мойсеєв, координатор обласних ветеранських організацій учасників АТО. У серпні 2014 року відправився добровольцем у зону бойових дій на сході України у званні підполковника. Повернувся у 16-му році полковником. Анна Босякова – керівник проєкту «Я повертаюсь». Псевдонім – «Равлик добра». Допомагати військовим почала з 2014 року. Перший масштабний проєкт, що вдалося реалізувати – «До Миколая в Миколаїв». Зараз «Я повертаюсь» – про життєві історії військових. Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій студії. Отже, Віктора, ви вже зараз навіть директор Миколаївського міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО. Тому пам'ятаємо, що ви приходили з проєктом цим, що мали відкрити, вже відкрили, вже все в дії і допомагаємо військовим, так? Я так розумію? Ні, зовсім так. Проєкт, в смислі, це підприємство вже організовано, але, в принципі, воно не приступило к роботі в той степени, в которой она должна работать. Я назначенный с 1 декабря 2018 года Сенкевичем на эту посаду. А там идет ремонт. Запуск будет с июня месяца. То есть чекаем результаты. Закупка, подготовка, закупка материала, подготовка, ремонт. Все это происходит сейчас. Официальный запуск планируется в июні місяці. Ну, чекаємо, сподіваємось на класний проєкт. Я думаю, дуже допоможе і військовим якось відійти від цього всього. Отже, сьогодні говоримо про проєкт «Я повертаюсь». І я думаю, наші глядачі пам'ятають, як і приходили до нас військові, і ті історії. Давайте нагадаємо, от звідки взялась ідея взагалі створити такий проєкт, зібрати от такі історії, розкрити їх і глядачам, і підписувачам у Фейсбуці, і яка мета його. Чи якось вдалося ту мету якось реализовать. Тема проекта «Позитивный образ ветерана» очень актуальна сейчас. Почему? Потому что мы после того, как военные возвращаются, да, становятся ветеранами, и некоторые возвращаются как бы в свою семью, либо в свою обыденную жизнь, и ничего у них такого особенного не происходит. А некоторые, наоборот, возвращаются с обостренным чувством справедливости, не могут здесь адаптироваться, ищут свою возможность себя проявить. И, естественно, как бы Ассоциация инвалидов и участников АТО, есть такая площадка, общественная организация, которая собирает таких активных общественников, то есть бывших военнослужащих, ныне ветеранов, и уже реально решают возможности, как людям двигаться, как развиваться, как помогать таким же, решать возможные проблемы насущные. И тема актуальная, позитивный образ ветерана в том, что люди приходят, адаптируются, развиваются, включаются в процесс общественной деятельности, жизни города и страны в целом. И своим примером также помогают другим реализовывать свои идеи. Так, я розумію, у вас такий навіть творчий тандем стався, так? Ви один одному допомагаєте, і в пошуку героїв вам допомагає Віктор, так? І от ви потім розкриваєте. От розкажіть, як відбувається весь цей процес? Як військові йдуть на це? Чи одразу погоджуються? Чи, можливо, думають довго, їх потрібно вмовляти? От розкажіть про це. Ну, от є така тенденція, тобто спочатку люди, от мені відповідають, ой, ні, ну от із-за скромності навіть своєї, ой, ні, я не достоїн, та що я там ходив? Я считаю, что это неправильно. Все они защитники, все они мужчины или женщины, да, разного пола идут на защиту нашего государства люди. Каждый человечек, даже будучи просто обыкновенным солдатиком, да, он является стратегически важным человеком в этой большой общности, потому что благодаря каждому, да, появляется уверенность в завтрашнем дне. Мы здесь чувствуем себя под защитой, у нас нет военных действий, и мы празднуем, наслаждаемся жизнью, растим своих детей, проявляем активность. А там ребята, конечно, в окопах не сладко, но все-таки мы тоже помогаем, стараемся, отправляем там и все, что можем, все, что нужно. Виктор, пожалуйста, вам слово. Я ж так розумію, ви теж допомагаєте і пропонуйте свої ідеї, можливо, стосовно цього проєкту. От розкажіть, будь ласка, як героїв вдається шукати і, можливо, їх вмовляти на оцей проєкт, щоб вони розкрили свою історію, розказали, як їм зараз?
Ну, я хочу сказать, что, в принципе, в большей степени это Анина, как бы, работа, и почему мы и позвали Аню с ее харизмой, с ее умением в этом плане, в этом направлении. Каждый в чем-то своем. Мое участие в этом проекте было, я находился у истоков образования вот этого идеи этого проекта. Было это у нас в Очаке, областной съезд ветеранских организаций. И эта идея родилась там. Просто мы увидели, что действительно что-то плохое, и по одному какому-то алканавту судят обо всех так, и обо всех участниках были. И это как бы мы увидели полезность этого проекта в чем? Угу. Что дабы показать, что не все участники боевых действий, ну, контужены полностью, ну, я утрирую, вот, на всю голову, что есть нормальные люди. Потом, вот Аня вот сейчас выбирает людей. Это настолько показывает разнообразие, кто там был. Вот слово, я повертаюсь. Значит, он повертается там, где был. Кем он был раньше? Был врачом? Или был преподавателем? Или был строителем? Это показывает, что все, ну, как бы, кто там был, кто защищал нас. Это не значит, что одни там кадровые военные. Вот я раньше был кадровый военный всегда. А что все слои. И второй момент еще как бы показывает тем, кто сейчас находится и кто сейчас нас защищает, что это они труд не тщетен, что все равно помнят, видят. И, ну, это классно. Это полезно, нужно и классно на сегодняшний момент. Я думаю, это не напрасный труд. А то, чтобы я сейчас занимался непосредственно выбирать или подбирать участников, этого Ане это не нужно. Она сама так. Она сама. Потому мы и пригласили вот такого человека. Слухайте, ну що ж далі? Що ж тепер на цей рік? Які плануються історії? Хто наступні герої? І скільки їх ще планується? Чи є якийсь ліміт? Чи все ж будете розкривати, от, скільки встигнете, скільки вийде? Ну, ми стараємося охватити різні категорії, тобто діючі військовослужбовці і ветерани з історією уже в общественной жизни, і медики воєнні, жінки, інваліди. Тобто от у нас планується зараз девочку мы отсняли, она зубной врач. Она рассказывает, что не бегала по окопам, не, как говорится, спалей не вытаскивала, но у нее была определенная палатка, и у людей тоже зубы болят, и на войне. Да? Вот. И, естественно, к ней приходили военные и обращались за помощью, и она им помогала. Вот. Также мы отсняли уже третий ролик. Сейчас вот мы скоро вам покажем второй. Uh-huh. Третий ролик отсняли. В основном вот мы хотим еще сделать параллель вот с детворой. То есть у военных, у которых есть детки, как угу. дети помогают адаптироваться. То есть вот как объясняют это военные, что когда возвращаешься и чувствуешь свою ответственность за маленькими детьми, то некогда расслабляться, некогда опускать руки и углубляться в свои мысли, да, там, какой я такой-сякой, или какая плохая страна, или еще что-то. Вот. Ты сразу включаешься в процесс, потому что детям надо кушать, их надо одевать, и полностью всю семью. И у нас вот тоже во втором видеоролике снимался военный, у него трое детей. То есть он когда ушел в АТО, у него uh-huh. был один мальчик, потом сразу же второй родился, и когда вернулся, еще и третьего. То есть вот буквально там разница там год-полтора между ними, и это просто прекрасно, когда военные возвращаются, и их ждет такая огромная семья. Поэтому у меня даже вот обращение ко всем, что вот дети вас спасут. Ребята, ну то есть они не дадут вам расслабиться, плодитесь, размножайтесь. Це круто, дійсно. І дуже круто, що є ось такі приклади, ось такі історії, які надихають дійсно. І дивишся, і навіть я думаю, такі, хто не був на війні, просто почитають, хто вже опустив руки і вже піднімаються якось, і натхнення з'являється на якусь нову роботу. І дуже круто, що є такі люди, як і ви, які допомагають цим хлопцям і дівчатам повертатися і от почати знову свою справу, те, чим займалися, те, що люблять. Отже, нагадую.
нагодою сьогодні до нас завітали Віктор Моїсеєв, директор Миколаївського міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО, та Анна Босякова, керівник проєкту «Я повертаюсь». Тож, друзі, слідкуйте, переходьте за хештегом «Я повертаюсь», читайте історії, теж надихайтесь, можливо, якщо маєте змогу, допомагайте їм теж своєю працею і беріть участь також у цьому проєкту.